Всем привет, с вами Inform TV. Ансамбль «Веросы» в 70-х годах пользовался огромной популярностью. Коллектив был создан благодаря усилиям известной белорусской артистки Ядвиги Поплавской. Поклонники ценили ее за узнаваемый и удивительный голос, который и принес певице огромную известность. Супругом артистки стал Александр Тиханович, который был солистом группы. Он был для Ядвиги верным спутником жизни, а их семья для многих представителей шоу-бизнеса стала образцом и примером для подражания. Свадьба состоялась в середине 70-х, а вместе супруги прожили 42 года. В 2017 году Александр скончался, что стало настоящей трагедией. В браке у пары были моменты недопонимания, так как супруг всегда был ревнив, но они любили друг друга безмерно. После потери мужа Ядвига продолжила заниматься творчеством. В свои 72 года артистка выглядит великолепно и остается в отличной форме. Кстати, результатом счастливого брака стало рождение дочери Анастасии. В интервью женщина рассказывала о том, что в детстве она много времени провела вместе с бабушкой, так как родители постоянно находились на гастролях. Сейчас Насте уже 40 лет. Она унаследовала вокальные и музыкальные таланты. С малых лет девочка много времени посвящала музыке, а ее творческая карьера имеет тесную связь с миром шоу-бизнеса. Женщина пишет и исполняет собственные композиции. Для дочери родители стали настоящим примером, так как им удалось построить и сохранить крепкие семейные отношения. Анастасии не удалось повторить подобный опыт и сразу построить надежный брак со своим партнером. Первый зять признавался, что ему было очень трудно, так как его давняя подруга получила статус тещи. Мужем дочери знаменитых артистов стал их давний приятель Дмитрий Сологуб. По роду деятельности мужчина был врачом. Через несколько лет совместной жизни пара стала родителями Ивана. Муж Анастасии был значительно старше своей избранницы, но подобные обстоятельства не смогли уберечь семью от краха. После 7 лет брака они приняли решение о необходимости развода. Но в 2012-м Анастасия вновь выходит замуж. Второй брак стал для нее по-настоящему счастливым. А вы любите песни ансамбля «Веросы»? Какая у вас самая любимая? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!